Добрый день! С вами музыкальный магазин Глинки.ру. Сегодня мы познакомим вас с новинкой от компании Kurzweil. Это цифровое пианино M130. Пианино относится к премиальному сегменту, так как имеет деревянную клавиатуру и достаточно большой корпус, а также мощные динамики. Выпускается он в двух цветах – белый молочный и темный палисандр. В линейке инструментов Kurzweil M130 стоит между моделями M115-120 и моделью CAP320. Относительно младших пианино M130 имеет качественную деревянную клавиатуру, более мощную акустическую систему и имитацию струнных резонансов. Наш магазин Glinky.ru является официальным дистрибьютором компании Kurzweil в России. Приобрести инструменты можно в наших розничных магазинах в Петербурге или в Москве, или заказать на нашем сайте с доставкой по всей России. Все ссылки будут в описании под видео. Kurzweil M130 выполнен в большом корпусе с крышкой и тремя встроенными педалями. В качестве клавиатуры используется деревянная 88-клавишная градуированная механика. Это значит, что тяжесть клавиш в нижних регистрах больше, чем в верхних. А три встроенных сенсора позволяют повторно нажимать клавиатуру до того момента, когда звук прервется. Полифония инструмента составляет 256 голосов. Всего исполнителю доступны два банка на 30 и 128 тембров. Из стандартных функций присутствуют метроном, разделение клавиатуры на независимые зоны, наложение тембров, а также возможность игры дуэтом. Также есть возможность записи одного трека во встроенную память. Как и на других корпусных пианино Kurzweil, здесь добавлена возможность подключения смартфона для воспроизведения или записи аудиофонограмм. Для этого справа добавлен разъем Smart In-Out, а в комплекте с инструментом идет специальный кабель. Из дополнительных функций можно отметить наличие 20 встроенных стилей автоаккомпанемента, 50 демонстрационных композиций и режим обучения. Встроенный Bluetooth позволяет передавать аудиоданные с мобильного устройства прямо на пианино. На инструмент установлена мощная 70-ваттная акустическая система. Также есть возможность подключения двух пар наушников. На задней панели находится линейный вход, линейный выход, разъем для подключения микрофона и ручка регулировки его чувствительности. Также присутствует разъем USB для подключения пианино к компьютеру в режиме MIDI-клавиатуры. В комплекте с инструментом идет банкетка соответствующего цвета и кабель для разъема Smart In-Out.